Всех приветствую. Сегодня я решил взяться за классику игр в стилистике хоррора. Это Амнезия, ее настоящее продолжение, Rebirth, перерождение. Что же, интересно, разработчики приготовили для нас нового? Потому что оригинальная Амнезия 2010 года была чертовски страшной игрой. Многие очень сильно ее боялись. Ну что, давайте-то приступим. Ознакомимся с сюжетом. Вообще, про что эта игрушка? Цель игры не победа. Погрузитесь в этот мир и происходящее в нем. Ваши враги, страх и тьма. Да. Ну что, поехали. В определенный момент ты осознаешь, что с тобой сотворила боль. Геологическая экспедиция Алжир, французский Судан. Наброски марта, 37 год. Анастасия, Трианон. Прячешься, сжимаешься всем телом, но не в силах показать миру свое лицо. Действуешь инстинктивно. Набрасываешься даже на близких. Время идет. Время — гнусный воришка. Оно украло твои воспоминания. Огонь угасла. Но с ней и драгоценные мгновения радости. Тебя опустошают изнутри. От тебя было и ничего не осталось. Но ты пытаешься вспомнить, как улыбаться, пытаешься вспомнить, как любить. Однажды ты выползешь из своего укрытия и снова войдешь в этот мир. А потом будешь делать все, чтобы выжить день за днем. Ничего, не волнуйся. Бессмысленно делать вид, что ничего не происходит. Ой. Салим, это всего лишь турбулентность. Сейчас все пройдет. Да-да, знаю, но все равно тяжко. Разум говорит одно, а сердце другое. Может, попробуешь поспать? Не получится. Все время думаю о том, что может произойти не так. Я знаю, что может тебе помочь. Что же? О, Мака, ха. Не знал, что ты ее захватила. Не хотел бросать ее одну. Понимаю, сердце мое. Приключение идет на пользу. Я думаю, будет рада на это приключение закончиться. Непростая у нее была жизнь. И так много еще нас ждет впереди. О, что случилось? Ни черта не видно. Прием, прием, говорит Кассандра, рейс из Алжира. Меня кто-нибудь слышит? Мэйдэй, 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 Кассандра, меня кто-нибудь слышит? Двигателю конец. Черт. Нет, нет, давай же, держись, держись, ну давай же. Надо запомнить, не забыть. Нет-нет, давай же. Надо его найти. Он поймет. Не забудь.
Дело в ней. Все ради нее. Сосредоточиться. Я Тасси. Я по-прежнему Тасси. Что? Где, а? Борис, Борис, не сдавайся. Ты справишься. Не забывай. У меня есть настойка опия. Она поможет. Но постарайтесь сохранить спокойствие. Не то станет хуже. Не позволяйте себе гневаться. Не позволяйте себе бояться. Вы меня понимаете, Тасси? Что произошло? Где все? Где Салим? Да, действительно, что происходит? Осмотримся, что у нас тут есть. Документ. Главное не забывать. Она умрет. Надей Салима. Напоминание, воспоминание. Мой блокнот и почерк мой. Я не помню. Так, осмотримся тут в самолете. Мистер Литтер, мистер Литтер, прием, меня слышно? Доктор, это же доктор. Я здесь, я здесь. Экипаж Кассандры, ты меня слышишь? Это доктор Метцер. Миссис Литтер, Салим, вы там? Прием, прием, это Тасси. А черт, проклятие. Ничего не работает. Экипаж Кассандры, ответьте. Мы нашли помощь. Со мной Ясмин. Прошу, ответьте. Что? Какая-то записка. Аэропорт Белого Дона, дома. План полета пассажиры. 12, члены экипажа 2. Воздушное судно. Кассандра, компания Стерлинг. Шиппинг. Лондон, Великобритания. Модель Дуглас DC-3. Позывной Кассандра. Пилот Николас Мессон. Дата и время вылета 3 марта 1937 года. 8:30. Маршрут КС Французский Судан. Через Инсалах, Алжир. Ожидаемое время полета. Первый этап 1,5 часа, второй этап 7 часов. Но здесь, естественно, ничего не работает. Надо выходить отсюда. Так, ручка, нечем дышать. Я вот-вот поджарюсь. Так, ручка. Ставим. Открываем, выходим. Ну а мы, естественно, конечно же, мы находимся. Где? В Алжире мы находимся, да. На помощь, ради бога, спасите. Вспомнила. Многие пострадали при крушении. Я была здесь, так ведь? Куда они подевались? Где Салим? Все хорошо, дружище. Мы тебя вытащим.
Так, можно тут осматривать вещицы. Но здесь, похоже, пока что ничего важного нету. Какая-то ерунда из багажа. Леон, Джонатан, помогите. Здесь какие-то бумаги, но их нельзя прочитать. У меня в чемодане слева. Там бинты, скорее. Это сдвинуть нельзя. Нет, нет, Рэйчел. Да, повезло нам, конечно, оказаться в пустыне. Нужно скорее куда-то заныкаться. О, святые божьи ангелы, мы в полной заднице. Это точно. Так, что это за звук такой? Я тут зажарюсь, ага. Значит, существует такая система, что нужно прятаться, да? Правильно я понял? Да. Забежали в тенек, и уже не так все плохо. Флэшбэки, конечно, ловит жесткие наша героиня. Приходы, дай боже. Так, опять мы поджариваемся. Быстрее, быстрее в тенек. Чемодан. Стой, Хэнк. У нас нет выбора. Нужно привести их сюда. Знаю. Но Салим, Салим, он ранен. Ты же его знаешь? Давай спустим его сюда, а потом подержим вдвоем. Не бойся, пещера недалеко. Пещеры. Что это за муть? Нам это совершенно не нужно. Какой-то самовар. Да. Нам нужно найти пещеры. Единственное, что нам нужно. Так, какая-то шкатулка. Вот тенек. Немного охладимся. Салим, Салим, ты здесь? Салима нет здесь. Да. А здесь что, тупик? Здесь тупик, да? Отлично. И куда нам идти? На всякий случай пойду по теньку, чтобы бошку не пекло лишний раз. Да, что можно по графончику сказать? Ну, в принципе, пойдет. Конечно, это не что-то такое особо крутое, потому что за последнее время вышли игрушки с очень хорошей графикой. Тот же The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, где графоний просто мое почтение. Ну, скорее всего, у этой игры бюджет был небольшой. И слава богу, что она вообще вышла. Потому что качественных таких ужастиков сейчас очень-очень немного. Так, вот я вижу уже пещеру. Мы, в принципе, на месте. Вот и пещера. Слава богу. Так. Это что? Ясмин. Это же хорошо, правда? Здесь были люди. Так, нас застрелят и продадут рабство. Лучше умереть от жажды, да, милая? Что? Ничего. Нечего ее обнадеживать. Мы по уши в дерьме. В дерьме? Конечно.
Чашки, чашки. Ничего полезного здесь я не нашел. Много ненужного хлама. Чемодан чемоданов. Так, там записочка, походу, была. Все верно. Так. Дорогие мои Сьюзен и Альфи, словами невозможно передать здешнюю атмосферу. Это чудесное место. Не найти место оживления, чем Алжирский базар. Какое буйное буйство красок и ароматов, и какой тут стоит гам. Возможно, я и вам тут кое-что прикупил. Кто знает, ваш бесконечно любящий папа. О, открыточка. Пустая коробка. О, записка. Или что это? Рэйчел Хоут, главная укротительница людей. Документы, пункт отправления, аэропорт. Аэропорт Крайдона. Глоток свежего воздуха. Надо поблагодарить Че за рекомендацию. Самое главное, что в этом деле она куда лучше меня. Нужно дать ей время приспособиться к местным реалиям. Но начало уже многообещающее. Надеюсь, она станет постоянной участницей поездки. Окей. Рэйчел. Она организовала лекции в Лондоне. А еще ее рекомендовал Чарли из института. Она умница. Нравится мне. И нечего на меня так смотреть. Ну что же, отправимся тогда прямиком в пещеру. О, Тази, взгляни на ее ручки. Прелестные крохотные пальчики. Привет, привет, детка. Да. Салим, все в порядке. Давай еще чуть-чуть. Эй, кто-нибудь тут есть? Салим. Салима тут нету. Но много крови. Держите крепче, а то шов разойдется. Я, простите, постараюсь не дергаться. Салим, я с тобой. Здесь, получается, уже они были. Вопрос в том, если тут был Салим, значит, и была главная героиня, так что ли? Или кто там с ним был? Фотография. Это мы, Салим и я. Я принесла это сюда? Салим Ханачи Таси Трианон. Август 33-го. Любовь превыше законов. Что это? Я хотел тебе кое-что сказать, целую речь, что-нибудь лирическое, но ни к чему это. Знаю, просто не думал, что так будет, что это все случится. Ты и я даже не подумал бы. Салим, ты единственный, кто мне нужен. Правда? Правда, конечно, хватит переживать. Я же люблю тебя, дурачок. Ты мое сердце, Тасит Реальнон. Я же просила без лирики. Так. Что еще тут может быть полезного? В общем, понятно, что здесь был их лагерь. После крушения они сюда попали. А Салим был сильно ранен. Так, проект Якоса Налама. Садьола. Заказчик компании Triple Crown Mining. Составитель чертежей Анастасия Трианон. Инженер Джонатан Уэббер. Март 37-й год. Так, фотография. Что это?
Алекс и Ричард. Октябрь 36 года. Это вам. Вы очень хорошо вышли. Целую. Видимо, вот эти два человека и есть. Так. Я не могу. Я не хочу здесь оставаться. В туннелях кто-то есть еще. Я клянусь. Ты не останешься. Ты будешь с нами. И я тебя позабочусь. Иди сюда. Так. Что это? Нож? Нет, это... Что-то не очень понятное. Видимо, вот эти два... мужика... потерялись или что-то, или были сильно ранены. Моя милая Аманда, теперь ты уже знаешь о крушении, о том положении, что у нас незавидное положение. Мы отправляемся вглубь пустыни, чтобы отыскать средства связи, поселение или еще какую-нибудь помощь. Все храбрятся, но на самом деле неизвестно, чего нам ждать. Так что, может, статься. Это последняя весточка от меня. В таком случае, прости, любовь моя. Пожалуй, это моя вина. Я хотел... Я так хотел грандиозного приключения. Надо было нам дома сидеть. Передай обоим, как я их люблю. Скажи Сьюзан, что она лучшая девочка в мире. Альфи вели присмотреть за сестрой. Ну вот, теперь у меня на глазах слезы. Руки дрожат. Я даже не знаю, что написать. Не знаю, как прощаться. Не могу поверить, что надо прощаться. В глубине души я знаю, что еще встретимся. Пусть даже не в этой жизни. Твой Джонатан. Номер пропуска. 09. Имя сотрудника. Ясмин Чабани. Компания Sterling Shipping. Удостоверение. 12 января 37 года. Одобрено Sterling. Какая красивая девочка. Это дочь? Yes. Да. Отец у меня все внуков клянчит. Она в Париже осталась? Yes. Да. Она со своими? Ясмин. Мне надо проверить, подготовлены ли образцы садолы. Разумеется, мистер Митчелл. Простите, Хэнк. Чемодан с игрушками. Детская кукла. И машинка. Это, возможно... принадлежит... кому, точно не знаю. Были ли тут дети? Полетели ли они вместе с ними? Вряд ли. Так, ну там, похоже, все проверили. Нужно, значит, идти дальше. Так, это я прочитал? Это я читал. Так, нет. Это не читал. Тем, кто будет после меня, меня зовут Салим Ханачи. Я потерпел крушение в составе экипажа Кассандры 3 марта 37 года. Среди нас есть раненые, в том числе я. Мы остались, пока другие члены экипажа отправились за помощью. Теперь мои спутники мертвы, а рация не работает. Я не могу дождаться в одиночку. Тут решит какое-то существо. Я последую за остальными экипажами, насколько позволяют силы. Они пошли по горной тропе. Я ставлю ориентиры. Тесс, если я тебя найду, и ты если сейчас это читаешь, знай, ты мое сердце. Ну понятно, записочка от нашего... товарищи. Ладно, отправляемся в восьму. Так, здесь, видимо, завалено все. Здесь, думаю, пока не надо подсвечивать, потому что и так все видно. Салим!
Салим. Завалено. Кажется, здесь записка. Он упомянул, что оставил след. Я отправился на рынок к мистеру Экспанделе, но у него больше не было работы на эту неделю. Да, у Тас есть сбережения. Да, и что-нибудь обязательно подвернется, но ситуация непростая. Учитывая, что у нас теперь трое, я хочу быть уверен в безопасности. Это из старого дневника Салима. Так, а вот здесь совершенно уже ничего не видно. По-моему, это не самая лучшая идея. Но более-менее пока без спички обхожусь. Вот здесь ее зажжем тогда. Вот так вот. Так. Все, там уже тьма. Теперь нужно найти выход, видимо. Да что ж такое? Спичек хватает вообще. На пару секунд. Так. Эх, была бы у меня хотя бы лампа. Да, не помешала бы. Ну, собственно, там опять тьма. Он был ранен. Он не мог далеко уйти. Так, записка. Записка. Она сейчас спит. Может, ей что-то снится? Сгибает и разгибает свои крошечные пальчики. Сижу, смотрю на нее, и все не могу поверить. Чем же это... Чем же я все это заслужил? Ладно, Салим, понятно. Боже, Салим. Так, спейс, чтобы прыгнуть. Окей. Так. Куда? Здесь везде лабиринты. Так, что это такое? Какой-то ветерок. О! Записка. Тут гораздо лучше. Матерь Божья, услышь мой зов. Маленько можно здесь передохнуть. Какие-то наскальные рисунки, какое-то божество. Может быть, что-нибудь здесь интересное найду. В чемодане. Так, открывайся. Спички? Да, спички. Ну, хоть так. Когда не думал, что буду скучать по солнцу и по пустыне. Так, в какую сторону-то идти? Не знаю. Ладно, наобум, как обычно. Так, здесь все, тупик. Ой. Что это было? Ладно. Лучше разжечь огонь. Так, куда идти-то? Ага, вот. Осторожно. Так. Да что такое? Сюда, да? Я справлюсь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Бэнк-бэнк. Да. Что-то не так с глазами. Что со мной такое?
Ни черта не видно, куда идти. Так, сюда, похоже, да? Похоже, сюда. What the fuck? Что за щупча? Это опять переходы, мама не балуй. Ну что, отпустила? Оу. What? Какого черта со мной творится? What the hell is wrong with me? Да, действительно. This isn't where I... How did I get here? Это же было не я, как сюда попал? What did I do? Что я сделала? Так, это что такое? Я не чувствую боли, она совсем прошла. Что это такое? Оу. Эта штука на запястье. Она как живая. Это мое? Я не помню. Так, что творится вообще? Зашли в портал? Или что этого нам похоже? Или это показывает нам, куда нам идти? Ну да, типа компаса. Вроде бы куда-то вылезли. Ну что, как дела? Господи, как я могла его бросить? Да, понимаю, все, что он говорил, кажется логичным. Но это просто какой-то гребаный бред с самопожертвованием. Эй, слушай, я знаю Салима. И знаю тебя. Знаю, на что вы способны. У него получится. И ты вернешься к нему, даже если на пути встанут все силы зла. Мне дико страшно, Хэнк. Я знаю. Маю баю, не плачь, ласки крепко закрывай. Бай-бай, ты не плачь, папа рядом, так и знай. Спи спокойно, Элис. Всякие наскальные рисунки. Что же они обозначают? Это вроде бы не ацтеки, что-то другое. Факелы. Здесь кто-то был. Эй, кто-нибудь. Так, ладно, идем по компасу. Так, опять какой-то... Портал? Что это? Что это за место? Здесь можно пролезть, нет? Так. Что-то не похоже это на какой-то выход. Здесь явно не пролезть.
Да, здесь лабиринт еще тот, я чувствую. Придется побегать. Ну, похоже, вот это верный путь должен быть. Оу. О, куда иду, без понятия. Что за место? Ну, явно тупик. Ничего здесь интересного нету. Так, тогда сюда. Вот это да.